остановился специально на берегу реки, вот это Ипс, которая здесь, и именно все вот это, к этой реке все названия местных сел. Просто посмотрите, друзья мои. Так там же вот форель, вон она плавает. Я просто херею. Посмотрите чистоту воды. Хоть бы где-то мусориночка была, боже мой. Это вот то, что я, о чем я говорю. Смотрите, это окраина деревушки, по сути дела лес. Идет асфальт. Ой, Когельбах. Деревушечка. Вот она я. Белик. О, река. Идеально чистая. И вот я еду. Деревенька. Ну, те же самые ясеня. Ну, один в один. Удар в удар. Ну, вот. Просто посмотрите, что-то как вот люди тут. Так. Везде асфальт. Везде канализация. Река. Цветочки. Вот. Яблоки. Ну, все как и там. Мельничка. Человека он поставил. А вот домик. Какая красота. Просто песня. Все ж везде с любовью. Все ж везде с красотой. Траву заготавливают. Перекресток. Обратите внимание. Это перекресток. Это такой перекресток. Вот. Все как бы чинно, благородно. Боже мой, ну как, почему так можно жить, а? Среди вот таких лесов, красоты, чистоты. И все ж нормально. Просто песня. Вот это я продолжаю ехать. Это такая как бы веломаршрут. Веломаршрут из одной деревеньки в другую, по над речечкой, с этим прекрасным названием Ипс. Вот как? Вот посмотрите, перекресточек. Никого ж нет, но знак стоит. Остановились люди тоже на велосипедах. А тут что? Вот это просто цветничок такой. Цветничок. Магазинчик, который продает цветы, надо зайти. Река. Дорога такая между деревушками. И велодорога. Вот даже то, что камушек не упал, все сделали. Как вообще это? Как вообще это возможно такое? Уж просто скажите. Вот возможно такое это? Что это? И огородочка, чтобы же, не дай бог, не свалился никто. И тут же, чтобы вот ничего не упало. Ну, все для людей, все для красоты. Все, как оно и положено, как оно Богом написано. Какое-то странное ощущение, что я был, причем совсем недавно. Ну, вот посмотрите, ну вот этот поворот. Ну вот реально, это прямо вот перед Свидовцом. Это чистый ясеня, друзья мои. Ну только, конечно, это... Ну тут ясеня рядом не стояла. А почему? Всего 5 километров велопрогулочки от моего дома, где лошадки. И вот такие вот, друзья мои, Мальдивы. Мальдивы в Австрии, в Нижней Австрии. Это что это такое? Конечно, я тут буду плавать. Ну, вода, конечно, ну, в принципе, она не намного холоднее, чем в озере в Буковельском. Только чище она все равно, ну, даже если не хорошая. Такая же. Короче, ездил по плаву. Вот так вот всего 4 километра от моего вот этого лошадушек. Я приехал в такое прелестное село. Супермаркет Шпар. Да, вот. Шпар. Ну, сейчас куплю наборщик. Надо бы борщик. Пожалуйста, вот это буду учиться на лошадке кататься. Нифига себе.